во Франции. Я хочу с вами поделиться. Я все время думал, что в боевиках современных, когда герой прыгает через окно, запрыгивает в квартиру одинокой женщины, все это через крышу, окна открыты, и все это совершенно случайно случается, это какая-то выдумка режиссера. На самом деле нет. Это вот Франция современная, 2015 год. Естественно, правда, старинный город, куда 12 века или 11. Вот, практически ничего не изменилось в этом городе. За исключением того, что провели туалет. Те же самые крыши, те же самые стены. У меня такое впечатление, что те же самые окна. Мы провели ночь в этом доме. И совершенно понятно, почему в этом городе невозможно было скрыться от инквизиции и от всего остального. Слышно все, что происходит не только в доме напротив, а и на соседних улицах. И если вам кто-нибудь скажет, что он является владельцем трехэтажного дома под Каннами или под Ниццей, то обратите внимание, это может быть именно вот такой вот трехэтажный дом. Ну вот впереди там море, как раз и там. Рассказ о этом старинном городе Биот, следует сказать одну такую вещь. Абсолютно каменный мешок, то есть очень узкие улицы, которые дома расположены очень близко друг от друга. Это может быть связано из-за нехватки еще раз местности и, может быть, из-за солнечности погоды. Эти дома, стоящие близко друг возле друга, создают эту уютную тень. Но в этом каменном мешке, как они вышли из положения, они озеленили искусственно. Вот все улицы наполнены, практически все улицы наполнены искусственными, не искусственными, а горшками, которые, в которых растут цветы. Таким образом создается этот неповторимый колорит зелени, которая оплетает вот этот каменный мешок этого города. Если вы встретите такой колорит, знайте, что вы в Провансе.